От руссконародных танцев и песен до романтических комедий. На своем гала-концерте Тутаевский народный театр «Левый берег» показал все многообразие своего творчества. Постановки, которые в родном ДК собирали аншлаг, не оставили равнодушными и ярославскую публику. Как вам спектакль? Отлично, мне понравился. В любой глубинке имеются творческие люди, которые всегда могут себя показать, проявить с различной стороны. Народный театр появился в Тутаеве 16 лет назад. С приходом режиссера Светланы Асафьевой полузаброшенный ДК стал преображаться. В залах снова начали танцевать и петь, в гримерках появляются наряды и реквизит. А жизнь небольшого городка наполнилась яркими красками творчества. И хоть за свою историю левобережцы уже не единожды выходили на сцену и снимались в кино, выступления, как они сами признаются, всегда волнительный процесс. Переживали, мы всегда переживаем, особенно когда большой зритель. Зрительный зал, много зрителей, камеры. Любой актер, наверное, переживает. Всегда, как в первый раз, хоть и много репетиций. Организовать большой концерт в Ярославле получилось благодаря конкурсу «Культура – это мы». Тутаевцы вошли в число лучших народных коллективов страны и получили грант в размере 2 миллионов рублей. Эмоции зашкаливают. Москва – это все здорово, красиво, богато. Хочется, чтобы действительно могли мы и в маленьких городах делать такие декорации, такой свет, такие костюмы, потому что, ну, есть чему поучиться, есть чем похвастаться. Участие в фестивале даровало левобережцам не только внушительную сумму на творческое развитие, но и массу возможностей. Мастер-классы, поездки на фестивали и выступления с известными артистами. Наталья Антонова, Денис Сахаров, Денис Ромашов и Сергей Мазилов. День в событиях.